Всем привет, ребят! Сегодня, в общем-то, у меня очень крутое настроение. Для тех, в общем-то, кто не знает, не знаю, так сразу скажу, то, что сегодня у меня день рождения. В общем-то, сегодня 22 апреля. Очень постараюсь, чтобы это видео вышло именно 22 апреля. Но, блин, если что-то не получится, то извиняйте, значит, просто физически не успел. В общем, что у нас здесь? Сегодня с обзор посылочки из Кореи, с сайта Korea Depart. Здесь должна быть какая-то еда. В общем-то, если честно, заказывал это далеко не я, это мне заказал Иван Twist TV. Я без понятия, что здесь, но огромное спасибо Ивану за такой вот крутой подгон. Сейчас, в общем-то, посмотрим. Весит она, не знаю, то ли 400, то ли 700 грамм. В общем-то, не помню уже. Так, ну и давайте вскроем. Такой вот коробочек получил сегодня на почте. Отставил ради нее, в общем-то, довольно большую очередь. Надеюсь, что, в общем-то, что-нибудь прикольное будет. Итак, смотрим, что у нас тут имеется. Первое, что это такое? Это у нас, походу, это у нас рис быстрого приготовления, и написано Beef Curry Taste, то есть вкус говяжьего карри. Ну реально, слушайте, крутая вещь, на самом деле, никогда не ел быстрозаварной рис. В общем-то, попробуем. Так, дальше у нас здесь такие вот печенечки от фирмы, я не знаю, как эта фирма читается... Кстати, фирма, походу, Орион. Видите, значок, по-моему, это на Орион, то есть Чокопай, вот эта фирма, похоже. Написано Cheese Cream and Cookies. То есть, типа, сырный крем и печеньки. Ну, тоже довольно прикольная, прикольная штука, у нас таких нет. Буквы нет, это не русский язык. Это просто, грубо говоря, английский алфавит. Ну, тоже очень круто, в принципе. Так, это, по идее, подарочки какие-то от Korea Depart. Я, на самом деле, с Korea Depart сам ничего никогда не заказывал. Надо как-нибудь попробовать будет. Что-нибудь там, может, посмотреть у них есть прикольного. Так, вроде есть это какие-то маски для лица. Ну, я, на самом деле, этим не пользуюсь. Тонер, тоналка там какая-то, не знаю, типа Black Raspberry Eye Cream. Ну, это не знаю, я это отдам там сестре, пусть разбирается. Я таким не пользуюсь. Так, и последний у нас такие вот какие-то крекеры. Saltine Crackers with Cheese Lemon. Короче, типа такие крекеры с сырным лимоном. Сырный лимон. Не до конца непонятно, что это такое. Но реально все будет, конечно, все обзор. Будет довольно-таки прикольно, я думаю. Спасибо, Ван, еще раз за такой, в общем-то, крутой подгон. Здесь у нас целых три номинования. То есть такая вот лапша. И две, в общем-то, упаковки печенья. Вот эти мне очень интересные печеньки. Тут какие-то, видите, как бы они как сэндвичи. То есть зеленые, обычные и какие-то еще оранжевые. Написано New, фирма Crown. В общем, все, конечно, попробуем, на все будет обзорчики. Больше здесь у нас, кроме такой вот пупырки, ничего нет. Так что, в принципе, там все. Спасибо Ван Twist TV за еще раз такой крутой подгон. Мне очень, на самом деле, приятно от него получить такую фигню на день рождения. Так что все, в общем-то, ждите обзора. Ну, а на этом все. Всем удачи. Всем пока.